Сейчас мама нам покажет новый рецепт, как запекать капусту, брокколи с рыбой по-французски. Ты так и делала, мама? Ты такую рыбу хорошую принеси, я ее дома близко не бачила. Яку? А я забыла, как она называется. Не лосось, не семга. Вот. Сейчас скажу. Рыба называется флагман. Флагман называется фирма. Фирма филе талапия, чи шо? Тилапия, да. Тилапия. Ну, так, тилапия, вставай. Давай. Давай, покажи людям, как ты готовишь красиво. Давай, давай. Я еле жила. Не верю, чего. Ой, боже мой. Не, главное, кажу, что я стою. Боже мой. Я же не стояла, я сидела. Не верю, что 8 ребер сломала. Она бедна, со сломанными ребрами. А что ты думаешь? Ну, болит. Ой, боже мой. Ну, что будем делать, мама? Плакать. Ничего, ничего не делать. Плакать будем. Уже скоро месяц и болит. Ой, ой, боже мой. Плакать будем, болит и все. Есть ты хочешь? Ну что теперь? Что теперь мне? Давай. Давай, давай, мам, будем, давай. Давай. Кстати, это блюдо можно приготовить, ребята, на Новый год. Оно очень классное. Берем, значит, вот такую капусту. Мне надо было здорово принести капусту, мы будем борщ варить. Тебе вот той капусты хватит, что я купил на борщ. С головой на 4 литра. А сюда ты вот это будешь? И вот эту мы используем. А, так. Это у меня осталось. Да. С того раза. Сейчас мы приготовим, ребята, такую капусту. Я никогда ее сам не готовил. Сейчас мама быстро покажет, как она это умеет красиво делать. Угу. Да, мама? Да. Вот плакать, так. Плакать охота, так Бог болит. Ой, ничего. Болит, а бачишь, как можешь готовить. И уже ножичком режешь хорошо, да? Нажимай, нажимай. Не надо бояться, что будет болеть. Не будет болеть. Так, давай. Сейчас. Сегодня вот. Сама запекла яблоки. Пользуюсь духовкой уже нормально. Да вот я все ей боялась. Я все не надо бояться. Наверху готовила. Где не жила, кругом духовка не работала. Где мне была? На квартире. Все, достаточно этого. Не надо больше. Сейчас, да. Не, ну вот эту плохо. А все. О, так, ряд. Можно любую, ребята, капусту цветную использовать. Такую или обычную, вот, или это просто дорогая, можно обычную цветную капусту. Вот теперь ложи ее. По 240 рублей в чем-то в Киеве бачила, килограмм. Проста капуста 80, это 242. И вот вся дорога тоже. Так, теперь, мам, все, хватит. Теперь ставь ее стойма, вот так. Угу. Бери другой нож. Сейчас я большой возьму. Сейчас отлежь, ты. Она тут мне мешает. Все. Бачи, как рукой хорошо шурудишь. Ты как забываешь, что болит, так оно и не болит. Да, да, забудешь, он тут держит. Ничего страшного. Так, так, пополам. О, как ты хорошо. Гек. Так, теперь смотри. Вот так же, тоненько, вот где-то вот так. Слайсами. Слайсами, да. Вот давай вместе вот так, выды. Я знаю. А теперь нажимай. До конца. Гек, гек. Вот, шикарно. Как елочка. Следующий. Вот так же бери, вот так. Давайте, качка. Гек. Гек. Молодец. Так, теперь еще. Вот эту гекни. Так, вот так, вот трошки, вот так, вот так, вот. Да, вот эти шипы обрежь. Гек. Молодец. Бачишь, три слайса. Теперь эту мы режем. Это не выбрасываем, это я нам пригодится. Я не буду выбрасывать. Теперь вот эту. Хочешь вот так, поверни, вот, будет вот так, удобно. Вот так, мне удобно. Да, вот бери вот так, чтобы толщина нормальна. Гек. Гек. Молодец. И це трошки. И трошки це гекне. Вот тут так. Шипи оцебріш. Вот так, все. Мы сделали такие слайсы. Все. Теперь бери вот это, смажь оливковым маслом. Тебе оно открыто. Видишь, как готовить просто, мам. И недолго, согласна? Так, теперь положи всю вот эту капусту с одной стороны и посоли ее и поперчи. Подожди, вот так. А размазать не надо? Не надо, оно размажется. Вот так, положи сперва капусту. Так. Вот. Вот сюда, вот да? Так, нет, вот так, как я сделал. Ну, посоли с одной стороны. И с другой. А потом перевернешь сюда, положишь и с другой подсолишь. Вот так, сильно не надо, да. Вот так, вот так, вот так. Теперь ее переворачивай сюда сразу, сюда. Так, мне шпарчик не надо? Сюда переверни сразу. Переворачивай, вот так. Переворачивай.
Прекрасно. Переворачивай. Переворачивай. Вот, ты должна солью вниз, да. Так. Да. И вот этот переворачивай последний. Все. Все, ладно. Эти мы сюда закинем. Значит, эту мы не будем использовать, она лишняя. Вот так вот. Мы сделали такие эти. Слой. Чтобы легче потом было тебе его доставать. Все. Вот так, дальше. Утрамбовали. Так, теперь... Все убрать. Сырок. Теперь сюда выкладываю вот эту рыбу. Сейчас. Ой, гляжу в холодильник. Вот она капуста. Пекинская. Такая. Кабачки. А вот это горох уже вот такой порошенный. Я поїла. Осталась редиска. Угу. Понял? Я все кушаю. А, вот это, чтобы я не забыла. Я не могу открыть. Может, когда буду тушить капусту. То ли с курятиной, то ли с ребушком. Откроешь. А что ты не можешь открыть? А, я не могу. Сил немає. А вот, видишь, open написано. Open. Оце ламай. Да. О, все, бачите, тепер відкривай. Тебе як хорошо. А тепер отак вверх. Бачиш? Получається все, то, хто делає. Все, хорошо. Все, спасибо. Мене сьогодні дергала, поставила. Отак, все. Все, прекрасно. Так, тепер м'ясо. Тепер чи викладывай рибу. Рибу. А да. Вона сольдом, нічого? Нічого страшного. Чи промить? Не треба. Вона тає зараз тут. Я її розморажував. А да. Солити не треба? Укладывай так красиво, щоб було. Сейчас. Чтобы якобы вот так вот на всю эту. Угу. Она, конечно, должна разморозиться, но... А ну давай подождем, чтобы... Стой, стой, мам, давай подождем, чтобы разморозилась. Знаешь что? Возьми мисочку и в мисочку из горячей водой. Вот возьми мисочку, вот эту сейчас я передам. Стой. Да тут нема теперь. Внизу доставай. Ты нагинаешься, бачишь, как руку... О, как ты тянешь хорошо вперед руку. Бачиш, як тянеться? Так, тут я тяну, і мене тут тяне. Ну не больно, ти ж не плачеш. О, не плачу. Не плачуся. Болить. А це я не дотягну. Давай любу миску. Та чесно, то не миска, то відро було. Все. Попробуємо, що це за риба. Це не красна, ні? Ні. Ну якась такою, я не знаю. Такую я ще не їла. Это, ребята, можете, если красиво порционно приготовить вот так. Это можно на Новый год. Да, як ёлочка. Очень вкусно. Она ёлочкой получается. Це як стовбур. Бачиш, если вот так поставить ёлку. Угу. Сейчас ещё разок. Горячая вода, да? Ага. Нормально. Я сразу хотела так, а ты кашку вот это лучше. Вот так вот лучше. Так. Теперь укладывай ее. Да, да. Молодец. Ну, это вот так сделаем, типа, чтобы как порционно было. Вот так стараться вот на каждый кусок положить якобы отдельно, но оно отдельно не получится. Вот так. Не, ну, вот так. Все, прекрасно. Все. Теперь это... Не солить, не перчить. Посоли. Почему же не солить? Поперчи. Угу. Бачок просто готовить. Достань перец сверху. Сейчас. Ой. Поперчи сверху. Угу. Не хочет. Давай, давай, давай. Трошки подтрусти. Вот так, вот так. Все, хватит. Хорошо. Достаточно. Теперь бери помидор. Два штуки. Сейчас. Мой. Вот. Да. Ничего страшного. Ничего, давай. Ага, сейчас мы, знаешь, что сейчас с тобой сделаем? У тебя есть лук порей. А, есть, вот. Есть, да. Используем. Так, сперва, да, мой помидор, мой. Помыла. Теперь колечками нарежь штук 20 колечек тоненьких лука, порея. Лука? Да. 20? Да. Угу.
Закрой воду. Вот бери прямо отсюда, отсюда. Да, и кольца режь. Вот этим же ножом, ничего страшного. Сейчас. Оно все с одной кухни. И вот так, не сильно толсто. Тоненько. Как лучок. Вот так, о. Да, вот так режь. Да. Режь, режь, хорошо, до конца. До конца. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шакай, ты готовишь хорошо. Раз. Прикидываешься только. 2, 3. Прорезай 4, до конца. Прорезаю 5. Сейчас, 6, 7. Угу. 8, 9, 10. Прекрасно. Убирай лук, пакеты и назад в холодильник. Это все раз быстро. Раз, раз, раз. Развернулась шустро, как 17 лет. Ты двух 30-летних 50 лет заменяла. В 70 ты должна одну 30-летнюю заменять. А-а-а. Теперь это раскидывай сюда. Весь лук, весь. Неважно, вот так вот, да, раскидай его. Весь. По всему. Бери жменю прям сюда, неси. Конечно, я так тоже. Да, давай, это ты вот тут, кольца, ты кольца. Прямо тут можешь это сделать. Весь, перенеси его сюда, да. И тут уже вот так вот растаскиваешь. Где колечко разошлось, где осталось, неважно. Прекрасно. Смотри, какая красота. Знаешь, какой это будет вкус? Так, а еще сыр у нас есть. Еще есть помидоры. Теперь режешь кольцами помидоры, так как я тебя учил. Так. Нет, как я тебя учил. Сейчас, Самолка, сейчас подожди, дай вспомнить. Вот так, да. Нет, не-не-не, вот так. Да, все, все. Вот так. Все тут вот так вот режу, вот так вот, да? А что ж ты отрезала мякоть? Вот так, давай. Пойдет так? Да. Пойдет. Молодец, да, ты красиво режешь, как хочешь. Потолще, а чуть-чуть потолще. Рука болит. Ничего, ничего, режь, режь. Чуть потолще, не бойся, потолще. Вот, еще раз. Молодец. Вот так, прекрасно. Теперь укладывай. Кольца по всему по всему рядышком прям. Один за одним. Это называется рыба по-французски. То есть картошка по-французски, есть рыба по-французски. Следующий помидор. Так же само. Давай. Да ничего страшного, оно нормально. Не криминал прям там. Угу. Вот так можешь, да, молодец. Сообразила. Видишь, как делаешь, так и начинаешь учиться, правильно? Выкладывай. Всего два помидора тут с головой. Угу. И сюда. Так. Теперь в тебя есть сыр. Во-первых, у тебя есть остаток. Правильно, что ты его не ела. Там есть. И есть вот это. Вот этот весь сыр мне надо натереть. Это не дуже жирный сыр. Нет, это нормальный сыр. Ой, я другой раз и с чайком хочу. Нет, с чайком не надо, вот так можно. Чай или черный пью, или сейчас, секунду. Этот, мята. Теперь на крупную терочку сейчас, натирай сейчас. Той и этот, весь сыр. Угу. Тем временем, сейчас знаешь что, включи духовку, чтобы она разогревалась. Сейчас. Сейчас вот этот кусочек дотру, сейчас. Вот сейчас печется и повечеряем. Та ні, я не буду вечерять, ти сама повечеряй, ще трошки підсолю помідорки. Ну, мам, я не хочу, ні, це тобі. Я чихати хочу. От этого порошка. Чихай, чихай. Не бойся, чихай. Ой, вот молодец. Ой, не бойся. Уже надо начинать чихать, кашлять. Ой, не пускай, боюся, що щось порветься тут. Нічого там не порветься. Так, тепер. На нос витри. Духовка. На нос витри. Давай, духовочку. Все, бирай. Включай духовку, ти вже знаєш як. Ні, вона нажата, зачем ти нажимаєш? Вона вже відкрита. А. Просто включи, да. Все. О, все. И тут. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так, все. Все, меньше не надо, да. Все? Все, она пошла работать, да. Натирай сыр.
Это блюдо готовится быстро, тут капуста. Это надо только на помидоры читать? Не-не-не, везде. Вот оба возьми, еще, сейчас. Еще возьми. Я весь, я что ж ты? Я знаю, я сейчас буду делать, я убираю. Да зачем ты? Да три весь сыр потом. Ну что, страшно. Сейчас. Это дурная работа, ты должна дотереть чтоб, и все. Чтобы больше места было. Там да. Хвата. Чихай, чихай. Чихай, не бойся. Это я вот, вот перч, от перчика душист. Угу. Лисичка-сестричка. Так що Еді хоче попробувати приїхати, так? Да? Так, дуже хоче, дуже. Ну я ще забула йому вчора сказати, Самвелка мені гету дзвонив. Самвелка, чи Едік, у мене ж кажу, свідетельство народження, я ж там шупік. Мам, знаєш як, три не так, а три зверху. Отак, так, да, зверху. Отак? Ні, отак руку підійми, отак. Отак, зверху, зверху візьми руку, ні. Отак, так. Да. Я отак тру, отак, отак беру, от. Отак. І отак, розумієш? От. Не отак, а от. Ну давай. Отак. Так. Да. Так же лучше? Угу. Давай посмотрим, сколько там. Давай глянем, сколько тут. О, сейчас мы... Насипим його, може нам і хватить? Може і хватить. Я думаю, що хватить. Ні, ще трошки потри. Ще? Угу. А ну. А ну, стой. О, це хватить. Давай, от це убирай лишній сир. На следующий раз кудись його используєш. Це дорогий сир, ти береш, не знаєш, по чому він? Не помню. Все, дивися, яка красота. Угу. Ну там все хороше. Звісно, все хороше і все полезне. Ну, крім сира, можна тут сказати. Там. Сир більш-менш вредний. Все остальное, капуста, рибка. Я от эту поїдаю, сама мені так нравиться. Спаржа? Ага. Спаржу мою холодною водою і гризу і все. За обедом дві штуки з'їла, за завтраком з'їла. А ти знаєш, от смотри, не стой, стой, стой. Вона отут должна, отут є місце, де вона должна... Удержи, от держи отак. От, от це місце, де треба викидувати. От тоді хрустнуло. Да? Угу. А ну, хорош. Ну, от це не їж, не треба. Воно тут грубіє, тут м'яко. Так, тепер. Все зробила. Тепер хочеш капельки майонеза постав. Угу. Можна без майонеза. Трошки положу. Так його не саме, а чуть-чуть отак. Хорошо. Все, все, все. Давай, давай, давай. Чуть-чуть так мы сделаем, чтобы не совсем было все безвредно. Поэтому мы чуть-чуть вот так сделаем, чтобы чуть-чуть было вредно. Чуть-чуть, щоб було вредно. Бо сильно хорошо, тоже плохо. Так. Духовка гріється. Духовка вже розогріта. Пожалуйста, в духовку відсилай. Гаряча духовка? Да. Все. Закривай. Ну, не сложно? Ні. Молодець. Так, ребята, прошло вот 40 минут. Ой, 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 ой. О, о, какая красота. М-м-м.
Какая красота, ребятки. Капуста мягкая. Все, капуста готова. Самое главное, рыба то вообще не проблема приготовиться. Вот. Это тилапия. Иди глянь, мам. Видите, сыр не сильно подгорает. То есть, вот такая хрустящая корочка. Вот. Нет такого. Там, что прям... Вот. Нормально. И помидорки, и лучок. И лук вкусный. Ребята, обалденно, я вам серьезно говорю. Это блюдо можно смело готовить, вы знаете, на Новый год или просто повседневно для семьи. Что там, сынок? Да глянь, какая красота. Красиво получилось. Ну, пожалуйста. О, красиво. Бать, что ты приготовила. Да. Красиво. Так, выключай духовку. Выключай духовку. Аж сами радостно, сынок. Выключай. Нет. Нет. Оно должно потухнуть. Крути, 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 пока не потухнет. Да. Не, куда ты 250? Отсюда. До конца. Ага. Все. А теперь загоняй их туда. Что? Нажимай на них. Ага, позакрывать. Да, чтобы они не торчали. Все. Вот остынь, а потом туда сложишь посуду. Да, я сложу, то не важно. Ну, бачишь, какую ты красоту приготовила? Красиво. Ну, по твоим командованиям. Ну, все ж делала. Ты можешь сама делать это все. Режу сама. Резала все сама. Смотри, теперь бери нож. Да, и отрежь себе на тарелку порцию, сколько тебе надо съесть. Надо покушать. Здрасте. Самвел 1990. Здрасте, сраконый год. Что тут такое? Пусик. Пусик, что там ищешь? Ты куртку поставил, и на шкаф лизе. Ах ты, жучок хитрый. Ах ты, жучок. Что? Держи оцей. Вот. Возьми. За это. А зачем ты, ножом? Ты царапаешь форму. Зачем ты так делаешь? Ты должна была взять ложкой. Ты что? Ты такой этим острием царапаешь всю. Зачем? Убери, говорю, нож. Мам. Сейчас. Да нож уберешь ты. Возьми ложку или пластмассовую лопатку. Ты должна понимать. Сейчас схватила глаз. Тушу как. А надо. Вот тебе. Прекрасно, глянь. Возьми. Видишь, ну разве ого. Ого. Нет, это капуста. Зачем ты? Бери целую уже. Вот, бери целую. Бери. Це багато. Засунь поглубже. Ты же бачишь, что ты делаешь. Вот так. Поглубже. Засунь вот это, возьми. Вот. Вот это, да. Вытягивай эту капусту. Ого. А ты попробуй теперь, какая она вкусна. Сейчас попробую. Горячая. Хорошая. Помидорку возьми. Все. Седаю. Седаешь? Еще что-то тебе надо? А что мне еще надо? Яблочко. Не знаю. Можно яблочко на балконе возьму? Вот эту рыбку съешь, вот этот кусочек. А ну, может, мне не соль, я сейчас попробую, сынок. Он поцарапала. Знаете, как ты он форму поцарапала? Да. Да, конечно. Ну, да, кто ж так делал? Угу. Всю рыбу. Соли. Платье. Соли. Соли тебе сильно много нельзя. А не солено, не вкусно. Бачишь, он поцарапала? Где? Вот. Ага. О, зараза. Ты поцарапала. Ножом. Нельзя. Конечно, нельзя. Все, ешь. Вкусно? Угу. Пойдет.